Привет, я Айгуль. Раньше я работала в нефтяном университете комендантом. Я пришла в компанию на идею экономии и, конечно, заработать. Пришла через Инстаграм, меня никто не звал. Пришла к Айгуль Габдуллиной и Рустаму Салихову. Я 2 года в компании, у меня не все сразу получалось, но теперь эта тачка моя. Ну что вам посоветовать? Просто берите и действуйте, и все ваши мечты сбываются.